Здравствуйте, меня зовут Дарья, и сегодня у нас в обзоре керамическая плитка коллекция Каприче испанской фабрики Майнзу. Коллекция Каприче – это керамическая плитка настенная, выполненная из красной глины в формате 15 на 15. В коллекции присутствуют 10 базовых цветов, многие из них представлены у нас на столе. Это коричневый, бежевый, синий, зеленый, серый, белый. Также в коллекции присутствуют цвета красный, желтый, серо-голубой и черный. В коллекции присутствуют 4 вида декоров. Один из них – декор «Чеф», также показан на нашем столе. Это декор, выполненный в кухонной тематике. Другие декоры – декор «Минг». Это декор с акварельным рисунком на японскую тему. Декор «Фэшн» – это декор с графическим рисунком на тему фэшн-показов от кутюр. Декор «Туркиш» – это классический турецкий орнамент синего цвета на белом фоне. Особенность плитки в ее форме. По форме плитка сильно выпуклая, создает 3D-рельеф. У края плитка имеет толщину 7 мм. И в глубине плитка имеет толщину 13 мм. У плитки ярко выраженная закругленная фаска. Поверхность плитки ровная, гладкая. Нужно отметить, что плитка имеет несколько слоев глазури. Нижний слой матовый, и как раз он и дает цвет плитке. Верхний слой глянцевый. Он нанесен на плитку в форме сеточки, напоминающей мелкую чешую. При попадании света на плитку этот глянцевый слой глазури блестит поверх матового в форме мелкой чешуи. Тем самым образуется очень красивый декоративный эффект. Поверхность декора «Шеф» также гладкая. Декор полностью покрыт глянцевой глазурью. Однако имеется небольшая фактурность на рисунке декора. Ее можно увидеть при попадании света на плитку, а также ощутить тактильно. Керамическая плитка коллекции Каприче подойдет для интерьеров абсолютно любой стилистики. Благодаря тому, что плитка имеет большое количество базовых фоновых цветов, а также много декоров в различной тематике. Данный интерьер кафе. Стены декорированы базовой плиткой белого и серого цвета. Яркими акцентами являются декоративная плитка с ретро-рисунком в кухонной тематике. Сочетание с мебелью и предметами интерьера получилось необычное пространство в стиле поп-арт. Данный интерьер жилой комнаты. Стена декорирована белой фоновой плиткой со вставками декоративной плитки с рисунками на японскую тематику. Предметы интерьера, а также текстиль поддерживают японскую тему, создавая интерьер в стиле японского минимализма. Цветовая гамма интерьера сдержанная, приближена к натуральным природным оттенкам. Подведем итоги. Коллекция Каприче испанской фабрики Майнзу – это керамическая настенная плитка, выполненная из красной глины в формате 15 на 15. Особенность этой плитки в ее форме. Плитка по форме выпуклая создает 3D-эффект, а также в способе нанесения глазури. Верхняя глянцевая глазурь нанесена в виде мелкой чешуи, благодаря чему создается дополнительный декоративный эффект при попадании света на плитку. В коллекции Каприче присутствует большое количество базовых цветов и много декоров различной тематики. Благодаря чему коллекция Каприче может быть использована в интерьерах совершенно любых стилей. От Прованса и стиля кантри до современного стиля лофт, минимализм, а также кич и поп-арт.